плохо, что вы не просматриваете мои видео. Так, конечные посмотрели все там. Более 800 видео, более 800 видео. Плюс сайт. Я вам показал, как выйти на этот сайт. Там тоже те же самые видео дублируются. Плюс газеты, плюс библиотека. То есть должна быть определенная самостоятельная работа. Как про женщину, про которую я рассказывал. Вот она заболела. Вот и там знакомая посоветовала вот эти книги читать, там, начинать делать. И далее пошло, 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 пошло. В результате чего она сидит жива-здорова. Потому что в видео я не просто там рассказал о чем-то, но еще какие-то вставки, мысли, которые могут оказаться вам полезными. Смотрите, не спеша, и вы много найдете то, в чем хотите, что хотите знать. Так что смотрите, смотрите.